Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 25 августа. День активный и гармоничный. Центр напряжения догматизм. Центр гармонии оригинальность. Овны. Активно включайтесь в хозяйственные процессы, даже при дефиците ресурсов и с ограниченными возможностями. Главное – умелое использование потенциала. Тельцы. Время неумолимо. То оно летит быстрее птицы, то ползет, как черепаха. Сегодня время ваш главный союзник. Только вдумайтесь, ведь именно оно движет нашим миром. Близнецы. Какими бы талантами ни наделила нас природа, реализовать их предстоит только нам и никому другому. Используйте в полной мере способности, данные вам от рождения. Раки. Мир не так плох, чтобы расстраиваться понапрасну. Если мы сами создаем себе трудности, то и решать тогда давайте их тоже сами. День исправления прошлых ошибок. Львы. Постарайтесь быть любознательными. Именно это может обернуться для вас приятным и весьма доходным делом. Больше творческой активности. А звезды помогут. Девы. Финансы стремятся найти свою колею. В мире нет ничего идеального. В любых условиях можно успешно развиваться. Укрепляйте ваше финансовое здоровье. Весы. Будьте внимательными. Судьба может послать человека, способного изменить всю вашу жизнь. Встреча эта принесет вам успех и удачу, если только вы не боитесь трудностей. Скорпионы. Задействуйте в полной мере все ваше влияние и связи для оптимизации вашей коммерческой деятельности. Применяйте чаще нестандартные решения. Стрельцы. Бизнес, построенный на чутье и интуиции, менее предсказуем, но иногда может дать поразительные результаты. Просто учитесь доверять себе и своему жизненному опыту. Козероги. Доходы от деятельности, связанной с произведениями искусства. А может, классик прав, и именно эта красота спасет мир. Окружите сегодня ее вашим вниманием и заботой. Водолеи. Здоровый консерватизм в любом деле не помеха, даже тогда, когда это вынужденная мера. Поддержка со стороны партнеров и реализация профессиональных начинаний. Рыбы. Фаза бурного профессионального роста. Хорошим материалом для работы будут личные достоинства и яркие черты характера. Активнее используйте ваш позитивный опыт.